От Духа Божия проповедавшая, и закланивавшая кожи акты, и жизни не скорее не сети, и пресносущей приставшейся, того прилежного ученицы молите, дабы разрешение нам бороздати. Благословил еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Хоть узкий, хоть ши и прискорбный, всем житии крестятой любившей, и мне последовавшие верою, придите, насладитесь, и же уготовав вам почестей, и венцов небесных. Благословен все, Господи, научи меня оправданием Твоим. Благодись мне изреченные Твои славы, аще я выношу прегрешений. Ущерби Твое создание, Владыко, и очисти Твои благоутробием. И вожделенное Отечество подожми, рая потяжителя не сотворяя. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим. Древле убод несущих создав имя, и образом Твоим божественным почти. Преступлением же заповеди, пакимя возвратила землю от нее же взятых. На еже по подобию возведи, древнею добротою возобразитеся. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим. Упокой Боже рабу Твою и учини юрой. И где же лица святый Господи, и праведница сияет, яко светила. Упавшую рабу Твою упокой, презираю я все согрешения. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Пресиятельное единого Божества, Богочестно поем и пьющее. Святости очи безначальны, со безначальной Сыне и Божественной Души. Просвети нас верой и Тебе служащих. 16, 17, ага. 17, 19, 20 еще не было. Да, у нас вообще... А здесь прилетели, 5, говорят, минус 10, сказали. Ну, сейчас вот несколько дней похолодает, а потом я смотрю... Наверное, опять... влияет от моря или как? Нет, а здесь у вас похолодает, а потом что-то в середине следующей недели 0, минус 1 опять. У вас будет. Ну, в Новосибирске я смотрю. Аномально теплый. А где ты хотел ее затеплить? А вот там у меня стоит стаканчик с пшеном, там свечка была воткнутая. А, ну... Все ну, делают как? Обычно так. Ну, ну терапевт, который надо. Надо, что я не стала. Я эти... Ночью спали с 2 минуты. Почему, наверное, на этот берег не стал. Давление, если нормальное, или тебе надо не от этого? Да. От этого простаты отчетности? Ну, мне терапевт вперед дня, она не признавала простату. Я говорю, может, простата она говорит, нет. Вечером набирала, часов 7, наверное, детишки еще были здесь. Убирание. А приехал Виталька, забыл, положил, уже не нет. Слушай, я что-то вот, они мне тылдычка, я же...